Твери продолжается установка новых и модернизация действующих светофорных объектов. Теперь в новом режиме они начали работать на пересечении Октябрьского проспекта с улицы Лермонтова. Главное изменение: на светофоре, регулирующем движение со стороны кольца на улице Можайского, установлена дополнительная секция «Стрелка» для поворота налево на улицу Лермонтова. То есть теперь здесь действует трехфазный режим. В первой фазе зеленый дается движению прямо по Октябрьскому проспекту в обоих направлениях. Правому повороту на улице Лермонтова и движению пешеходов через нее же. Во второй фазе разрешен только левый поворот с проспекта по Стрелке, а также переход пешеходов через эту магистраль. В третьей фазе открывается выезд с улицы Лермонтова во всех направлениях. Кроме того, во всех случаях увеличено время для пересечения обеих улиц по зебре.